Космонавты Светлана Петрова и Катюша Соловьева попадают в критическую ситуацию. «Матрешка» — это первый фильм о космосе, снятый в Малаге в сотрудничестве с астрономическим обществом. Эта история основана на реальных событиях. Персонажи, рожденные из образов двух первых женщин-космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, вымышленные, но представлены в очень реальном технологическом контексте. «Матрешка» — это первый в истории испанский проект, снятый на русском языке в сотрудничестве с русскоязычными консультантами.